Скорпион 1. На подходе. Это Скорпион 3. Поднимаюсь на плато. Вот, вы только гляньте на это. Поверить не могу. Алькатрас, мы все еще здесь. Я включил систему костюма. Буду обеспечивать тебе техническую поддержку, все, что в моих силах. Но их не так много, да. Так что направляйся к копью. Я с тобой, если что. Еле держит лита корабль. Он крайне нестабилен. Может рухнуть в любой момент. Внимательно следи за трещинами. Вот, вот что я имел в виду. Полагаю, он станет. Да, теперь вижу. Они тут просто кишат. Алькатрас, послушай. Бойцы полковника Барни выходили вчера в парк до того, как их выбили. Плюс у Зел была там эвакуационная база. Ищи ящики с оружием и боеприпасами. Тебе понадобится огневая мощь. Thank you.
некогда застревать там и драться, парень. Возвращайся. Thank you.
Алькатрас. Спора реагирует. Это защитная система. Найти стенок в плану камеры. Как идет, стройте с помощью костюма. Покойничек, ничего прогулка, а? Думали, я помер? Ну, я тоже так думал. Помни. Но костюм... Харгрив был прав. Костюм изменил все. Они проникли в меня. Цефы проникли в меня. Мне оставалось только разорвать связь с костюмом или потерять контроль над собой. И ты был там. Рядом со мной, умирал на моих глазах. У меня не было выбора. Я должен был дать тебе шанс закончить то, что начал сам. Другой надежды у нас не было. Посмотрите. Не только Нью-Йорк, не только Лингшан. Видишь, Цефалопода давно уже среди нас. И они расселились повсюду. Повсюду. История наша не окончена. Нам с тобой, морпех, рано помирать. Мы должны вернуться туда, где мы нужны. Я связался с тем самым морпехом, спасенным в Центральном парке, как производит нано-броню Джейкоба Харгрива. Момент, я настрою прием. Ну, то-то. Позвольте представиться. Карл Р. Страж, к вашим услугам. А вы кто? Меня зовут Пророк. Пророк.